Всем привет, ребят! Ну что, открылся у нас Архидемон на русском сервере. Я тут давно дрешую, по чуть-чуть качаю героя под Архидемона. И сегодня мы посмотрим, попробуем, потестируем то, что у нас есть по героям. Бесплаточка. Ничего сегодня интересного на русском сервере нет, огников. Как обычно, нет. Мегапак, плюс 5000 самоцветов, в то же время, как на других, уже давным-давно намного больше дают бонусом. Хотя, в принципе, на русском сервере и так самые дешевые всегда самоцветы были. Так, окей. Окей. Что я хотел? Поехали, посмотрим. Стан целей, огромный урон, иммунитет к эффектам уменьшения энергии. Значит, будем так. Укротитель, тыква. Станет. Понятно. Ведьмочка и стрелок. Вот такой вот вариант. Наша цель набить 5. Сейчас я гляну, что у меня тут есть вообще по эмблемам. И по талантам. Так, раскола нет. Так, эмблемки борца, восьмерочки, девяток у меня тоже здесь, как видите, не так уж и много. Так, окей. Хорошо, ну, конечно, было бы неплохо дофига расколов девятых иметь. Либо же эмблем борца, но, вы знаете, я на русском сервере давно уже не трешую, поэтому нахрен оно надо. Такс. Такой вот вариант. Ставим сюда Чику. Дальше такой вот укротитель. Тыковка. Так, у него там огромный урон. Да, огромный урон. Так, Чика. Вот хил у нас есть. Также... Сюда раскол. Надо будет дождаться акции нормальных с камнями на десятки, поперекачивать всех. Так, есть. Ну и, конечно, эмблем надо. Пиблопа мы, наверное, тут заменим. Поставим панчбокса. Так, смотрим. Раз. Есть. 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 Попробуем от стана. Такой вариант. Так, эмблемы у нас уже закончились. Понятно все. Так, есть. Надо будет сейчас по героям посмотреть еще. По-любому где-то должны быть. На стрелка нам надо тоже эмблемка. Смотришь на эти эмблемы, пятые, шестые левела. А, вот они. Есть все-таки у нас эмблемы. Фрейка. Так, отлично. С такого варианта раскол. Раз. Два. Три. Как видите, здесь прорывы не прокачаны. То есть прорывы здесь до 20 левела, не 30 даже. Так. Четыре. Стрелок. 5. Восьмерка пока. Так, вот такой вот вариант. Надо
надо будет подождать паки с эмблемами нормальными. Ну, а эти бессмысленно брать, надо сразу брать девятые. Так, съесть. Сборочка у нас собрана. Поехали, попробуем. Попробуем пятюню получить. Будем стартовать. С кого будем стартовать? Попробуем с космоса стартануть. Я показывал, они, блин, сливаются жестко. Наша цель получить 5 на таких прорывах. Как видите, космо на нормальной прокачке парализует. У меня, по-моему, они 12 или 13, надо посмотреть. Даже, кстати, нам надо докачать еще и таланты на половине героя на этом аккаунте. Не докачаны на максималку. Все равно, как видите, 20 секунд, то есть это нормальный стандарт. Что у меня на 30-х прорывах, что на 20-х. То есть все равно упираемся в отсечку, в лимит. Я пока не меняю ничего, я жду обновы, посмотрим, что там в обнове будет. Если введут 10-е эмблемы, вот тогда будет поинтереснее. Можно будет потестить разные варианты, но пока, к сожалению, ничего интересного нет. Ставить, качать расколы тоже не особо хочется на десятку. Хотя, если вы хотите набить топ, то надо ставить раскол, качать десятку, там больше шанс, больше доп урона. Все равно эмблемы смотрителя, они наносят урон раз в секунду. То есть, да, там вся разница. Но пока вроде плюс-минус 3 есть. В принципе, возможно, и 4 натащим. Посмотрим, как сейчас пойдет. Что-то тут мы немножко прохалявили. Давай, давай, надо 5-35 секунд. Ну, такое, такое. Может и повезет. 25 секунд. В принципе, идем нормально. То есть должны 5 мы должны по-любому взять даже без максимально прокачанных героев. Есть, взяли, даже еще чуть-чуть набьем свыше 39 миллионов. Ну, конечно же, мы в топ однозначно, в топ-10 даже не попадем, потому что надо качать прорывы. То есть топ-100 у нас есть. Так, там ребята просили показать, каким образом будут работать, если будут разные эмблемы смотрителя и эмблемы. Так, что у нас тут зеленый? Ставим такую. Есть. Дальше. Сколько будут набивать героя такого варианта? Тут раскол, наверное, даже будет получше. Ну, на тыковке можно оставить раскол. Так, 3 героя. Дальше у нас здесь снять. Здесь надо. Называется, покачаешь. Ладно. Давайте поставим просто восьмерки. Десятка это на 2.
да, в принципе, нахрен надо. Чё заморачиваться? Я вам просто покажу саму суть. Я уже ее показывал не один раз. Так, мы остановились на космо. Потом я уже после обновы конкретно займусь. Определю на каком. Хотя, в принципе, у меня есть английский сервер. Там проще это все сделать. Так, есть. И на стрелке ставим борца, так как они больше всего наносят дамаг. Так, стрелок. Ведьма. Все, есть, отлично. Поехали. То есть мы поменяли, убрали раскол, поставили все временно. Как видите, я 2 секунды немножко дальше выкидываю, чтобы они не слились, потому что на таких прорывах зачастую это бывает. То есть тут в чем суть? Работает ли разные эмблемы? Как видите, наносится урон. Сейчас посмотрим, что у нас в итоге получится. Там мы вышли из 20 секунд. Тут, в принципе, немножко меньше, возможно, будет. Ну, плюс-минус. То же самое. 19-18. 2 секунды. Этот вариант, ну, у меня не максималки. Немножко, возможно, хуже, потому что на ускорение процентуально урон... Там, где процентуальный шанс, там больше вероятности. Тут чисто стабильный урон, который будет наноситься каждую секунду. То есть каждый удар наносит доп. Удар. Вот так вот. Посмотрим, что в итоге получится. Там проценты, здесь стабильность, скажем так. Ну, сам Марки нестабильный, потому что он может застанить, понизить входящий урон. То есть, как видите, тут очень много вариаций. Ну, плюс-минус, где-то вы будете даже на максималках, я тестировал, получать все то же. Надо еще архидемона просто такого застать. Давно уже, кстати, не было архидемонов с отражалками. Ну, 36 секунд осталось. По идее, где-то то же самое получается. То есть, что раскол ставить, что разные эмблемы смотров. То есть, и так нормально, по сути. Даже, возможно, больше набьем. Даже больше набили, вот так вот. 67. Хотя по секундам вроде и так же. Ну, вот так вот. То есть, оно плюс-минус получается, что то хорошо, что то хорошо. В общем, вот так вот еще завтра попробую, сделаю вам видосик. Есть еще некоторая вариация. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.